Чувашии сегодня проходит выездное совещание Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды. Оно посвящено изучению регионального опыта эффективного обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Чувашия может наглядно продемонстрировать успехи в области очистки сточных вод, утилизации твердых коммунальных отходов, рекультивации старых полигонов. Рабочую поездку начали с посещения Пихтульнинской свалки. Сбор мусора прилегающей территории и придать ему форму кургана. После него, после уплотнения, укладываем геотекстиль. На геотекстиль укладываем газодренажную прослойку из щебня 20 сантиметров, который по всему телу свалки поднимается в верхнюю точку. На верхней точке находится у нас выпуска по выпуску газа. Технический этап рекультивации завершился. Идет биологический. В течение 3 лет специалисты будут мониторить состояние воздуха в санитарной зоне. Сейчас укладывают растительный слой грунта 15 сантиметров. А затем всю территорию засеют многолетними травами. Здесь мы видим при достаточно скромных вложениях федерального бюджета 300 миллионов для такого объекта – это небольшие деньги. Собственно, работы удается завершить, срыва сроков нету. Новый же полигон ТКО построен по иному принципу. В основу проекта легли принятые во всем цивилизованном мире методы обращения с отходами. Здесь сделано все возможное, чтобы максимально снизить вредное воздействие на окружающую среду. Объемы использования вторсырья, наоборот, увеличить. Если говорить о полиэтилене, то в Чувашской республике есть производство, там лежит пример. Это производство плитки тротуарной, полимер песчанка. Выдающиеся потребительские качества, не боится тепла, мороза, ну то есть перепадов температур, ударных нагрузок. Полигон – один из немногих объектов, где используются так называемые биорепелленты. Птиц, которые могут стать переносчиками загрязнения, с территории отгоняют специально обученные соколы. Депутат Госдумы от Чувашии Николай Малов отметил, что регион для проведения выездного совещания выбран не случайно. Здесь накоплен положительный опыт сразу в нескольких направлениях. Однако и нам есть чему стремиться. Мы должны оперативно перенимать положительную практику, которая имеется в других субъектах. Это и Татарстан, это и Нижний Новгород и так далее. И, конечно, мы не должны, собственно, в соку вариться. Мы должны в этом направлении двигаться и должны понимать, что должны оставить нашим потомкам вот ту среду обитания, которая достойна человечества. Сегодня же члены Комитета по экологии вместе с коллегами из Госсовета Республики побывали в Шоршилах, где посадили новые деревья на аллее памяти. Перспективы и направления дальнейшей работы в области охраны окружающей среды глава Чувашии и председатель Думского комитета по экологии обсудили на рабочей встрече. Владимир Бурматов поделился своими впечатлениями от увиденного на полигоне ТБО и Пихтулинской свалки. Он отметил, очень важно, что Чувашия последовательно и планомерно проводит работу сразу в нескольких направлениях и своевременно предпринимает меры для улучшения ситуации в области обращения с отходами и сокращения накопленного вреда экологии, применяя опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя технологии. Абсолютно рабочий режим. Более того, у нас республика числится в передовиках с точки зрения оперативности перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Там в первой десятке, в общем-то, регион из тех, кто раньше других произвел все процедуры. Мне было интересно посмотреть, конечно, мусоросортировку, вот, потому что это вполне современное производство, где значит, выделяется большой объем полезных фракций. Это идет на экспорт, причем во многие регионы Российской Федерации, и бумага с картоном, и пластик, и даже стеклобой, который у нас практически не перерабатывается в России, тем не менее, его пристраивают. Я уж не говорю о таких фракциях, как цветные металлы. А касаясь остальных полигонов твердых коммунальных отходов, которые у нас на территории республики есть, они все на учете у нас. В течение 6 лет мы перед собой поставили задачу, это непростая задача, сложная, ответственная задача, мы будем полностью рекультировать эти действующие свалки. Мы 2 мусоросортировочных полигона еще построим, всю территорию Чувашской республики обеспечим сортировкой мусора, прессованием, потом будем увозить на тот полигон, который имеет соответствующие документы по всем санпинтребованиям и нормам природоохранного законодательства. Это вопросы экологии. Предметное обсуждение проблем в области обращения с отходами продолжили на совещании, в котором приняли участие депутаты Госдумы и Госсовета Чувашии, руководители ведомств, эксплуатирующих организаций. Речь шла о тиражировании успешного опыта, который позволяет вывести работу на более высокий уровень. Мы
не с 1 января 2019 года, а с 1 октября текущего года перешли на новую систему или институт регионального оператора. Рассчитываем, что новая система будет гарантировать чистоту территории республики, позволит минимизировать вредное воздействие мусора на здоровье человека. На сегодняшний день у нас к оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами полностью перешли 55 региональных операторов всего в 21 субъекте Российской Федерации. Полностью перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами всего 12 субъектов Российской Федерации из 85. Один из этих субъектов – Чувашская Республика. Напомним, по новому закону оплата за вывоз мусора будет осуществляться не с квадратного метра, а с человека, по единому тарифу, который устанавливает каждый регион. В Чувашии это 74 рубля 44 копейки в месяц. Контроль за тарифами наряду с тарифной службой осуществляет Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Территориальные схемы размещения отходов будут разрабатывать и согласовывать с гражданами. Эти схемы сейчас составляют все регионы и направляют в Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды. У нас задача стоит объединить все электронные модели территориальных схем на федеральном уровне для того, чтобы понять, где целесообразно создавать межмуниципальные объекты по переработке отходов, экотехнопарки так называемые, потому что у нас существует проблема не только с сортировкой отходов, но и с теми полезными фракциями, которые выделяются из отходов. Глобальные планы не просто наладить систему вывоза и утилизации мусора по всей стране, но и внедрить сортировку еще на стадии сбора отходов. Опыт в раздельном накоплении наработан в Мордовии. Начало положено еще в 2011 году. Вопрос сразу, конечно, не сдвинулся с места. Вот эти контейнеры были установлены, и они стояли долгое время пустыми. Ну, то есть бросят там одну-две бутылки ПЭТ, бумагу там. Вот. Ну и на глазах вот так вот со временем, там прошел год-полтора, и эти контейнеры стали наполняться, то есть и люди привыкают. То есть это вот та работа, проводимая среди населения, среди уже подрастающего поколения, она дает результаты. Подводя итоги выездного заседания, депутаты поделились общими впечатлениями от работы в Чувашии. Даже имея опыт свой, мы очень много здесь доброго, хорошего увидели. Ту свалку, которая сегодня проходит рекультивацию, действительно, там уже никакого запаха. Выездные совещания по обмену опытом позволяют депутатам не на словах, а на деле изучить опыт регионов для более прогрессивного решения проблем, особенно в такой важной области, как экология. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. В столице региона открылся 6-й по счету конгресс местных властей Евразии на пути к реализации целей устойчивого развития. Он проходит под эгидой Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Это событие международного масштаба, и интерес к нему проявляют за рубежом. Welcome to Чебоксары. Такое количество гостей мог принять только зал театра оперы и балета. Среди участников конгресса – делегации из 100 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. От Монголии до Южноафриканской республики. Организаторы подсчитали, что делегаты Конгресса представляют интересы более 300 миллионов человек. Конгресс местных властей Евразии – это уникальная площадка для обмена опытом и лучшими практиками между мэрами городов в решении задач государственного и муниципального управления. Повышение качества жизни, благосостояния и благополучия населения территории. Наш приоритет – инвестиции в человеческий капитал. В развитии интеллектуального потенциала нации, инновационное развитие республики. Форумы такого масштаба для принимающей стороны шанс максимально раскрыть свой потенциал. Самое главное для города – это Волга, это источник воды. И питьевой, и хозяйственной, и технической. Поэтому мы понимаем ценность качества воды и делаем все для того, чтобы ни одна капля неочищенной воды вновь не попадала в Волгу вместе со стоками. Чебоксары тиражируют и образовательные проекты. От технопарка «Кванториум» до летних читальных залов. В самых оживленных и самых излюбленных местах, где любят отдыхать горожане и гости столицы, мы развернули буккроссинги, шатры-читалочки и проводили летние чтения, различные мероприятия. Вот за 3 года 102 тысячи человек. И мы даже учителям, которые готовят олимпийских призеров на Олимпиаду, чемпионов, 150-250 тысяч за эти я закидаю. В Татарстане татарский язык изучает, чувашский язык изучает, литературу обеспечивает.
Объединенные города и местные власти как раз и продвигают в массы лучшие практики. Президент Евразийского сообщества, мэр Казани, отметил, что за последние годы на мировой арене повышается роль властей регионов. Более 14 лет назад мы собрались для создания ОГМВ, и тогда одним из самых волнительных для нас вопросов был, как сделать голос местных властей услышанным на международной арене. Сегодня с уверенностью можно сказать, что наша организация справилась с этой задачей. 11-я цель устойчивого развития в принятые 3 года назад повестки дня ООН до 2030 года звучит так. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. А мэры в последние годы выступают на глобальных саммитах наряду с главами государств и министрами национальных правительств. В приоритетной стратегии огромная роль отводится культуре. Одна из задач – развитие ремесел. Михаил Игнатьев отметил, что в регионе о своих традициях не забывают. В республике в мире и согласии проживают представители 128 национальностей и 8 этносов. Приятно, что столице Чувашской республики доверено стать местом проведения столь представительного мероприятия. Убежден, что межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество – является одним из эффективных инструментов тиражения лучших успешных практик. Одна из лучших практик столицы региона – Балдашкалят. Недавно городской проект вошел и в национальный календарь событий. Президент Всемирной организации МФО Паркстау говорит, что у Чебоксар необходимо перенимать опыт. Местные власти городов России добиваются больших успехов в области локализации целей устойчивого развития. Но эти практики должны быть внедрены в городскую стратегию развития. Чебоксары вносят большой вклад в укрепление евразийского сотрудничества. Нам интересны проекты в сфере образования, культуры, а также строительства инфраструктуры. Все доклады и проекты лягут в основу приоритетной стратегии. Предоставленные в ходе мероприятий Конгресса лучшие практики развития городов будут полезны при реализации муниципальных программ, выразил уверенность глава региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Перенять положительный опыт для развития своего. По такому принципу работают многие регионы нашей страны. Так и муниципалитеты, входящие в Ассоциацию городов Поволжья. Сегодня их 26, но когда-то начинали с 5. Чебоксары в списке учредителей и основных поставщиков перспективных идей. Мы смотрели, как организовано у вас содержание парков, скверов, набережные. Вот опыт Чебоксар другие города тоже для себя использовали. И опять же мы его использовали, когда принималась федеральная программа формирования комфортной городской среды. Чебоксарский опыт в этом использовался. На рубеже 2000-х годов это город был одним из самых благоустроенных в России. И когда сюда приезжали коллеги из других городов и смотрели, как организована уборка улиц, как работают дворники, то они брали этот опыт на вооружение, внедряли его в том числе у себя. Компактно расположившиеся по берегам Волги регионы имеют схожую структуру управления городским хозяйством. И перенять наработки преуспевающих городов другими не составляет большой трудности. Было бы желание, на заметку для принимающей стороны. В чем-то Казань преуспела, в чем-то Чебоксары преуспели. Мы у них учимся благоустройству, каким-то элементам. Где-то вперед нас Пермь ушла, где-то другие города, Самара, Саратов. Поэтому это хорошая площадка для обмена опытом. Мы поменяли, как я сказал, автобусы малой вместимости на автобусы большей вместимости. Дальше это экологические нормы выросли, и мы поменяли. Сначала начинали Евро-3, сегодня у нас уже Евро-5, и первые 100 автобусов в Казани газомоторные, которые наносят наименьший урон экологии города и жителям. Мы очень большое внимание уделяем развитию электрического транспорта. Это метро, мы строим новые станции, это троллейбусы и трамваи. Эффективное сотрудничество по организации работы городского транспорта, благоустройству и созданию комфортной среды. Ассоциация, объединившая муниципалитеты с общей численностью 14 миллионов человек, ведет такую работу второй десяток лет. Когда принимали еще 131 федеральный закон, многие наши предложения были учтены. В бюджетном законодательстве многие предложения были учтены. Дальше, вот когда принималась программа «Комфортная городская среда», которая сейчас реализовывается, использовался при ее реализации опыт многих наших городов, которые в разные годы ее реализовывали. Это и те же Чебоксары, и Самара, и Нижний Новгород, и Казань, и другие города.
Эти и другие начинания участников Ассоциации городов Поволжья легли в основу ряда государственных программ, успешно реализуемых на территории всей страны. Именно поэтому она намерена продолжать свою работу. Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика. Организация работы городского транспорта – главная тема встречи участников Ассоциации городов Поволжья. На правах принимающей стороны разговор начал начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи города Чебоксары Владимир Филиппов. Сейчас в столице Чувашии существует 57 маршрутов регулярных перевозок и более 700 единиц транспорта. Судя по цифрам, популярностью у жителей пользуются троллейбусы, их выбирает 65% горожан. Однако предприятие испытывает финансовые трудности. Самым экологичным и безопасным транспортом является троллейбус. Муниципалитет поставил задачу сохранить троллейбусное управление. В настоящее время троллейбусами ежедневно перевозится более 190 тысяч пассажиров. По количеству единиц подвижного состава предприятие находится на 6-м месте после городов Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Новосибирск, а по Приволжскому федеральному округу на 1-м месте. Представители городов-участников ассоциации делились проблемами своих муниципалитетов. Например, в Оренбурге резко снизилась потребность населения в общественном транспорте. Снижение качества перевозок и надежности работы пассажирского транспорта, что в условиях роста уровня автомобилизации вызвало переход части горожан на легковые автомобили и уменьшение числа пользователей наземным маршрутным транспортом. И это привело к росту загрузки улично-дорожной сети, ухудшению условий движения всех видов транспорта, в том числе и пассажирского. И если в Оренбурге только начали решать проблему общественного транспорта, то в столице Татарстана уже сформировали новую маршрутную сеть. Для этого руководство города привлекло Московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Института была проведена значительная работа по обследованию пассажиропотоков, полному всестороннему анализу существующей маршрутной сети. Им удалось, и такой метод на самом деле применялся впервые в России, совместить базы данных транзакций по транспортным картам за последние 5 лет и наложить это на базу данных треков движения транспортных средств, сформированных спутниковой навигационной системой АСУТЭ. То есть мы получили такую бигдату, с помощью которой была получена транспортная модель передвижений жителей по городу. То есть по каждой индивидуальной транспортной карте определялось, в какой единице подвижного состава он сел, в какой вышел, в какое время формировались пассажиропотоки, и на базе этого формировалась новая маршрутная сеть, удовлетворяющая новым требованиям закона. Конечно, за 1,5 часа невозможно обсудить все проблемы городского транспорта и найти пути их решения. Поэтому исполнительным органам ассоциации предстоит еще немало работы. По итогам заседания все высказанные предложения направят полномочному представителю президента ПФО и в обе палаты Федерального собрания. А уже там их рассмотрят и примут решение. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России, президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктором Кидяевым. Речь шла о внедрении интерактивной карты органа местного самоуправления. По каждому муниципалитету создан паспорт, который включает огромное количество показателей развития. Предусмотренные для каждого муниципального образования личные кабинеты моделируют систему управления территорией. В этих личных кабинетах что мы должны видеть? Первое – это полномочия, второе – должна быть доходная часть, третье – должно быть контрольно-надзорные органы, ну и дальше. Если мы до этого достучимся, нам будет ясно понятно, чтобы, например, в сельском поселении мы знаем все, как говорится, доходы, полномочия и разные направления. Значит, в район может войти, как говорится, в поселенческий уровень, посмотреть, как у нас доходы, полномочия работают. Глава субъекта им может, нажал кнопочку, может выйти, посмотреть, как все это движется, работает. Министр финансов России может выйти на какое-то поселение. В тестировании информационной платформы участвуют 63 муниципальных образования 5 пилотных регионов – Чувашия, Мордовия, Мариэл, Брянская и Тамбовская области. В Чувашии апробация системы проходит в Канаше и Аликовском районе. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, задача органов власти – повышать качество жизни как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Принятое решение уже и на уровне президента Российской Федерации, на уровне правительства для того, чтобы повысить качество жизни одним вопросом, чтобы люди и в городских округах, и в сельской местности были в одинаково равных условиях. Оперативное получение аналитической информации является условием поступательного развития муниципалитетов, отметил Михаил Игнатьев.
Сегодня теплые слова, искренние поздравления принимают все учителя нашей страны. Чувашия издавна славилась своими педагогическими традициями. Они берут начало еще со времен великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Чувашский алфавит, первый букварь, повсеместное открытие школ. Основанная им Симбирская чувашская школа была кузницей кадров для всех национальных школ Поволжья. Сам Яковлев в непрерывной работе изучает различные науки и ремесла. Овладевает в совершенстве татарским, древнегреческим, латинским, древнеславянским, немецким, французским языками. Глубоко исследует труды классиков педагогики. Академик Геннадий Волков, основатель этнопедагогической науки, продолжил дело чувашского просветителя. При этом, если Яковлев заботился о грамотности населения, то Волков больше о сохранении национальной культуры и языка. Богат он еще друзьями, учениками, семьей. На таком прочном педагогическом фундаменте и богатом наследии базируется работа современных учителей. Каждый из них в этой профессии уникален, и в то же время у них единые цели. Ежегодно педагоги Чувашии побеждают в профессиональных конкурсах, демонстрируют свое мастерство коллегам из других регионов. В этом году лучшими в России стали 9 учителей республики. Одна из них, Алена Ядрицева, преподает чувашский язык и литературу в Ибресинской школе номер 2. Вместо стандартных поурочных планов у нее сценарии, КВН, игры и конкурсы. Важно, чтобы ученики услышали друг друга, и важно, чтобы ученик услышал тоже учителя. То есть мы говорим, действительно, особенно сегодня, важно применение интерактивных методов на уроках. Это применение различных игровых форм. Победитель республиканского конкурса «Учитель года 2018» Татьяна Андреева. Учитель математики и информатики школы номер 12. Тоже любит играть с учениками на уроках. Профессия – ее призвание. Математика окружает нас везде. Мы с вами считаем ступеньки, когда поднимаемся домой до нужного этажа. Мы с вами считаем монетки, когда нас мама посылает за хлебом, допустим, в магазин. У нас постоянный счет, мы засекаем с вами время, насколько мы опаздываем в школу, например. Да? То есть она везде. Математика давалась мне достаточно легко, и, наверное, поэтому я и выбрала данную дисциплину. Учителя – удивительные люди. Стоять на месте не в их характере. В свободное от уроков время вышивают лентами, бисером, пишут маслом, занимаются лоскутной живописью, создают витражи, теплые игрушки из шерсти, сувениры и даже гигантские цветы. А математики, представьте себе, сочиняют стихи. К сожалению, у людей складывается ошибочное представление о математиках. Мир наш состоит не только из цифр и логики. Нам не чужды никакие человеческие чувства. Может, солнце сменило ненастье? Ждем с надеждой, глядя в окно. Это все ожидание счастья или в самом ожидании оно? Такие учителя – настоящий пример для учеников. Они хранят традиции, приумножают знания, создают будущее. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора, пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки, очень большой выбор, разноцветные и размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. Меня встретила вот эта... Здесь продавец женщина, девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну, смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось вот именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя – от классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка.
очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках, то есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6160 рублей. То есть оптовая цена от производителя. Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей, а теплый зимний пуховик за 3520 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу: улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября.